Здравствуйте. Дела, новости про деньги в эфире. Зовут меня Анна Прохорова. Итак, отмена мобильного рабства откладывается. Возможность менять операторов и при этом сохранять свой номер телефона появится не с Нового года, как обещали, а только в марте-апреле 2014-го. Вице-премьер Аркадий Дворкович провел совещание с представителями Минэкономсвязи и крупнейшими операторами. Представители «Большой тройки» убедили перенести возможность менять оператора, сохраняя при этом номер, на следующий год. По их мнению, декабрь – не очень подходящее время для запуска новой системы. На данный момент еще даже не было глобального тестирования, нет даже плана работ, ровно как и единой базы данных. Часть операторов, например, МТС и Мегафон, отчитались. Они уже подготовили инфосистему и технику, как того требуют нормативы. И как только появится распоряжение от правительства, могут приступить к тесту. Но для полноценного и качественного внедрения переносимости номеров необходима все-таки готовность всех участников процесса. Поэтому окончательных решений о сроках отмены мобильного рабства пока так и не приняли.